светит прожектор, фанфары гремят. Публика ждет, будь смелее, акробат, со смертью играю, смелый дерзок мой трюк. Все замирает, все смолкает вокруг. Незабываемые мелодии, уникальный тембр и запоминающийся, волнующий душу голос. Загадка для женщин и авторитет для мужчин. Его талант почитали и высшие чины Советского Союза, и миллионы обычных людей. Георг Отц вышел на сцену тогда, когда огромная страна приходила в себя после ужасов войны, и его голос возвращал им веру в светлое будущее. Мало кто знает, какой на самом деле была его жизнь. Фильм «Георг» 13 сентября на телеканале «Самара ГИС».